Guten Abend. Здравствуйте. Не так давно в Берлине вышла моя книга «Русская заря». Опубликована она на немецком языке. Русской редакции пока еще не существует, но сегодня я постараюсь перевести вам с немецкого некоторые эпизоды. Посмотрим, что у нас получится. Степь. Гудит и дымится. Говорят, что там, куда мы едем на запыленном автобусе, на днях начнется сражение мощи невиданной со времен Второй мировой войны. В смертельной схватке сойдутся порядка 300 000 человек. Мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту на границе с ДНР. Вдоль рядов проходит солдат пограничной службы.
Приметив мой заложенный журналистским удостоверением паспорт, сержант велит мне выходить, конфискует документы и берет меня под караул до выяснения. Минут 10 я провожу в коридоре, ожидая, пока меня позовут в кабинет. Вы меня достали со своей козой. Сколько можно? Ну, поймите, ну, коза животное неразумное, она же границ не понимает. Ну что ж делать? Да привязать ее надо. Привязать. Я уже сколько раз вас просил. Хорошо. Это в последний раз, когда я вам ее возвращаю. Понятно? Спасибо, да. Все, идите, не мешайте спасибо, работать. Спасибо. Да иди, мать, иди. Черт потери. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Спасибо. Журналист, значит? Журналист. Из Германии? Из Германии. Хорошо. Ну и для какого СМИ журналист пишет? Демократическое сопротивление. Демократическое сопротивление. А, знакомо. Ну и как? Не зажимает вас там служба защиты Конституции, а? Ну правда же здорово, что в стране существует структура подобного рода? Из Федеральной службы разведки знаете кого-нибудь? Нет, не знаю. Понятно. А из службы защиты Конституции? Подозреваю, что да. В движении много провокаторов. Ясно. Ну и с какой целью едете на Донбасс? Какая ваша мотивация? Ну, мне интересны обычные люди. Угу. Думаю, что каждый на войне способен на подвиг и злодеяние. Человечность на войне нетривиальна, знаете ли. Вот я хочу дать таким людям голос. Понятно. А про Моссад что думаете? Ой, слушайте, страшная организация. Даже думать о них не хочется. Тоже считаете, что сионисты рулят всем? Из ЦРУ знаете кого-нибудь? Нет, не знаю. Понятно. Так вы у нас, считаете, левая, да? Нет, я консервативная социалистка. Социалистка? Mm-hmm. Ну что ж, хорошо, давайте рассказывайте, как у вас дела в Германии. Скажите, а правда, что в Германии тротуары моют с мылом? Да, и по квартире в обуви ходят, а? Нет, ну, с мылом, конечно, не моют. А по квартире в обуви, да, бывает, случается. Что и по коврам? И по коврам. Прекрасно. А какие права у полиции в Германии, вы знаете? А это смотря в какой федеральной земле. Вот в Берлине, к примеру, такие, что если задержанный мигрант или гомосексуалист, угу, то он вправе подавать на полицию в суд. За притеснение меньшинств. Понятно. Угу. А у нас знаете, какие права? Нет. Мы можем держать вас 72 часа до выяснения личности. Татуировки есть? Есть. Показываем. Это что, у вас орел? Вы что, нацистка? Я консервативная социалистка. И это Феникс. Ну какой же это Феникс? Это орел. Вы что, преступница? Вы сидели? Это Феникс. Бог с вами сидел. Что у вас на запястье? Крест. Что означает этот крест? Крест, он и есть крест. Хорошо, понятно. Ну что ж, протокол о вашем задержании составлен, показания сняты. Что, милочка, в тюрьму поедем? Нет, не поедем. Да? Да. Я уже сообщила одному очень уважаемому человеку о том, где я нахожусь. Понятно. Угу. За дверью меня подождите. Я выхожу в темный коридор, сажусь на один из стульев и с грохотом падаю на пол. Что же вы, дамочка, падаете? Мебель нам здесь ломаете. Простите, пожалуйста. Нехорошо. Простите. Нате, держите ваши документы. Спасибо. Повезло вам. Вы свободны. Thank you.
Сразу видно, что вы иностранка не при делах здесь. Ходите потеряно, ворон считаете. Вы мой проводник? Зовите меня просто Кэп. Пойдемте. Ваш телефон мне так и не дали. Да я не пользуюсь телефоном. Вы что, первый раз на Донбассе? Ну, вы же не первый раз. Вы были в Авдеевке. Мы читали ваши стихи и ваши рассказы. Запрещенных провозу есть? Нет. Ну, все, тогда садитесь на заднее сиденье. Под номерным знаком автомобиля стояла институт корректировки судьбы. Машина пошла петлять по проселкам. Сразу после границы исчез мобильный интернет. Иначе диверсанты будут передавать геолокацию противнику. Недавно прилет был в Волчевск. Накрыло гостиницу полную солдат. Ого. А Луганск обстреливают? Да нет, здесь тихо. В Луганске как в раю. Вот вы зачем здесь? Ну, как ну, вам... Шо, ну, как вам сказать? Ну, что, не знаете, зачем приехали? Нет, ну, прямо как говорил Филипп Луганский. Кто? Филипп Луганский. Ну, что, не знаете такого? Нет, не знаю. Расскажете? Расскажу. Был такой диакон, Филипп. И вот однажды, ну еще в советское время, встречаются ему на пути комсомольцы и спрашивают его: «Эй, поп, а где твой бог? А ну-ка покажи нам своего бога». «Да вот же он!» Филипп бухнулся на колени, коснулся рукой упавшего дерева и превратил то дерево в окаменевший ствол. Теперь этот ствол лежит у него на могиле, на кладбище за автовокзалом. Приезжали ученые, проверяли действительно окаменевшее дерево. Угу. Так он был святым? Да нет. Филипп жил в простой пятиэтажке, никому не позволял называть себя святым. Места здесь намоленные. И как говорил Филипп, многие будут приезжать сюда. И не будут знать, зачем приезжали. Вот ты зачем приехала? Ну ты себя спроси. Ну зачем она приехала? Зачем приехала? Действительно. Зачем? Народным наблюдателям за выборами предоставлялась возможность самим определить регион. Угольным карандашом я поставила крест напротив слова «Одесса». Берлинские знакомые дали мне номер своего друга, одессита, но он принять меня не смог, а у его коллеги-психоаналитика Светланы у нее оказалась свободная комната. К моему приезду Светлана ставит на стол мамалыгу с брынзой, банку томатного сока и горилку. Ну, с приездом. Спасибо. Ой. Давай. Ой. Речь заходит о событиях 2 мая, во время которых погибли десятки человек. Я сидела на Греческой улице, снаружи в кафе. Вдруг стрельба. Я побежала на Соборную площадь, место сбора футбольных фанатов. Они уж там все собрались. Там были наши одесские, ребята с Харькова и Азов. Ну, ты знаешь. А, это такие татуированные, да, сверху донизу? Ну да, ну все ж наши, ж мирные люди. Было 3 часа дня. Ничего не происходило. Мы собирались выдвигаться в сторону стадиона. Через полчаса организовалась колонна. Когда дружинники выстроились в линию, кто-то заорал «Москали». А как они их узнали-то? Да по георгиевским ленточкам. А-а-а. Начался хаос. Их было много, москалей этих? Ой, трудно сказать. Ну, 2-3 сотни точно. Немало. Но гораздо меньше, чем на нашей стороне. Будешь? Чуть-чуть. Потом полетели камни, дымовые шашки.
Да так что в глазах стало темно. Давай. Взрывали петарды. Полицейские выстроились в два ряда спиной к толпе. Наши дружинники организовали третью колонну. Они извлекали брусчатку с мостовой. Небо почернело от камней. Выстрелы. Женщина орет, что кого-то убили. Ну ты представь, но наши улицы стали полем боя. Горы брусчатки, горящего мусора, дышать невозможно. Светлана, скажи, а вот почему ты, лично ты, побежала на Соборную площадь? Это страх. Он затягивает тебя в свой водоворот, пока не окажешься там, у его истока. Там, откуда стреляют. Безумие. Дальше Светлана говорила об украинском чувстве вины перед русскими. О травме существования. И снова о чувстве вины. О том, что у него нет никакой фактической причины. О том, кто из двух народов, кому мать. Мол, украинцы народ своеобразный, со своими уникальными качествами. Возможно. Но способность испытывать чувство вины, я за ними не заметила. Убийцы мирных граждан должны быть найдены и наказаны, как это принято там, где есть порядок, там, где действует закон. Утром я отправилась на избирательный участок. Появление иностранного наблюдателя всполошило избирательную комиссию. Подписав контрольные листы, я выбрала место у окна и принялась наблюдать за голосованием. Пошел поток избирателей. Пожилые евреи, хорошо сохранившиеся южные красавицы, молодые семейные пары. Пиджак одного мужчины средних лет украшала георгиевская ленточка. Кавказец пришел в футболке с бандеровским трезубцем. Две старушки принесли в качестве удостоверения личности советский паспорт. Избирательный округ в центре города оказался достаточно либеральный. Это я поняла из шуток комиссии. Но несмотря на одесский юмор, в воздухе царило такое общее напряжение и даже страх. Я вышла подышать на улицу, снаружи дежурил милиционер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Это вы иностранный наблюдатель из Германии на выборах? Да, я. А вам что, заняться больше нечем? Вы зачем в Одессу-то приехали? Ну как уж, чтобы обеспечить вам честные выборы. Да, а так мы без ваших наблюдений жили, не тужили. Вот вам кто платит? Да никто, я доброволец. Да? А мы милиция. Милиция, которая получает 5500 гривен в месяц. Это даже не $100. А жена моя получает 1000, а у нас трое детей. Нам деньги нужны. Да нам нужны достойные зарплаты, понимаете? Достойная зарплата. А кто нам ее даст? Эти идиоты, что на Майдане скачут? Ну вот кто? Нет, я вас очень хорошо понимаю, я понимаю. Вам надо выговориться, вам... Вот что ты понимаешь? Ну скажи. Ну вот что ты понимаешь? Да ничего ты не понимаешь, понимает она. Понаедут. 20:00 комиссия заперла двери и принялась подсчитывать голоса. Председатель комиссии сортировала бюллетени. Так, Порошенко, Тигибко, ай, помогите, спасибо, Ляшко, Порошенко, так, Рабинович. Рабинович, Тигнибок,
Ага. Симоненко? Кто голосует за Симоненко? Что за люди, а? Так, ну все, мы почитали бюллетени в стопках за каждого кандидата. И уверенно побеждает Порошенко, конечно же. Второе место по участку занял кандидат Рабинович. Ну и количество корешков и отрывных талонов сходится. Но пересчет бюллетеней для муниципальных выборов дал неожиданный результат. Десятая часть документов пропала. Она исчезла, она растворилась в воздухе прямо у меня на глазах. Девушка, не вмешивайтесь. У нас все сходится. Да, все сходится. Помню, я страшно расстроилась тогда. Практически не спала до утра. Мысли путались у меня в голове. Улицы, баррикады, гулкие голоса. А под утро мне приснился страшный сон, как я еду в горящем трамвае с надписью «Дом профсоюзов». Напротив старушка в берете. Такая же, как у него. А счастье-то оно не в этом. А в чем? В чем счастье? Первый этаж покрыт копотью. Именно туда долетали бутылки с Молотова. Понимаю, что это звучит чудовищно, но вкладов надо было там жечь.
следствие выявит истину. Но в нашей памяти навсегда останутся образы фашистов, которые под звуки украинского гимна и под флагами Украины заново сжигают русских людей. Это адское действо забвению не подлежит. Да то ж что ваши смирные люди. Я приехала в Киев под утро. Центральные улицы были перекрыты баррикадами. Люди бросали работу и семьи ради баррикад. Выходили на улицу, дрались с полицией. Древние греки называли такое состояние общества стазисом. Затянувшееся состояние вялотекущей гражданской войны. То же самое начинается здесь, на Украине. Вообще, я не понимаю, как украинские патриоты дошли до того, чтобы так изуродовать собственный город. Этот вопрос я задаю себе со времен Майдана. На самом деле вопрос ставится по-другому.
является ли Киев вообще украинским городом? На момент переписи 1897 года в Киеве проживало около четверти миллиона человек, из которых только 22% были украинцами, 54% русскими, 12% евреями и почти 7% поляками. Примерно такие же цифры приведены в переписи по другим городам нынешней Украины. Был ли хоть один город, в котором украинцы составляли большинство? Да, такой город был, и это Полтава. По ночам я листаю взятый в дорогу томик «Малой истории Украины» Андрейса Капеллера. Австрийские ученые приводят свидетельства о бытовавших среди украинцев в XIX веке настроениях. Город правит селом, а чужаки – городом. Город забирает все и почти ничего не отдает деревне взамен. Он собирает налоги, которые не возвращаются в украинское село. В городе приходится давать взятки, город дорого одет, всегда как на праздник, он хорошо ест и пьет. В селе же напротив почти ничего нет, кроме несчастья, невежества и тяжелой работы. Город для господ, он чужой, он не наш, не украинский. Он русский, еврейский, польский, но не наш. Сегодня в революционном Киеве я встретила кавказских исламистов, грузинских националистов, прибалтов, белорусов, российских либералов и национал-социалистов, представителей глобальных фондов и западного разведсообщества. По словам госсекретаря Виктории Нуланд, на продвижение демократии в стране, ну, вы понимаете, да? То есть на свержение законно избранного президента Януковича. Помимо разданных лично ей на Майдане печенек, из одной только американской казны было выделено хороших 5 миллиардов долларов. $5 миллиардов плюс печеньки от американского госдепартамента. А на Майдане люди горели заживо. В основном бойцы спецподразделения «Беркут», в которых мятежники бросали бутылки с зажигательной смесью. «Кто не скачет, тот москаль!» — скандировал Майдан. Первые выстрелы 18 февраля были произведены со стороны националистических банд в сторону сил правопорядка, а вовсе не наоборот, как хотели бы представить дело западные СМИ. Гунны, монголы, сарматы, как называлась та орда, что приходила из глубин равнины грабить и губить культуры на побережьях и вдоль рек. Когда сумятица становилась невыносимой, поднепровские славяне призывали себе правителя, дабы тот навел порядок. Пришла дружина викингов, зовущаяся Русь. Много позже один из потомков русских князей женился на византийской принцессе. С любовью пришла и корона. Великий князь московский стал царем. Это сакральное слово означает самодержавие, то есть суверенитет. В смысле сказанного выше, русский – это тот, кто обеспечивает право и порядок. Потому беркуты, защищавшие в Киеве законную власть, становились москалями.
В ноябре 16-го я приехала в Авдеевку. Мне нужно было отснять репортаж о коксохимическом комбинате. В Авдеевке нет выборной власти. Здесь правит военный комендант, уроженец Галичины. Он общался со мной исключительно на украинском языке. Этим летом я уже приезжала сюда волонтером. Многое изменилось за эти 4 месяца. Минные поля за оградой, заброшенные хаты. Люди бросали корм скоту, отвязывали собак и, собрав нехитрые пожитки, покидали прифронтовую зону. Летом в одном из дворов я и другие волонтеры проводили занятия с детьми из зоны боевых действий. За домом строили сцену для оперы «Дидона и Эней». Но детям туда нельзя, да они и не рвались. От резких звуков дети падали на земь, потом поднимались, смеялись, мол, думали обстрел. Тогда я помогала им в разработке сценария футуристического мультика. Мы говорили про киберпанк, про жизнь в этих постиндустриальных местах. Дети мечтали нарисовать киборгов на одной из стен в городе. Киборги стали иконой новой украинской героики. Киборги. Они всегда появляются на грани между человеческим и животным. Сегодня я отправилась фотографировать коксохимический комбинат. Но возвращалась в город ни с чем. Несмотря на разрешение коменданта, служба безопасности заставила меня стереть фото и видеоматериалы. На автобусной остановке мерз невысокого роста мужик. Он сутулился и неприветливо хмурил брови. Гранатомет несешь? А, нет. Это штатив от видеокамеры. Я журналист. Удостоверение есть? Есть. Я тебе больше скажу, мужик. У меня есть удостоверение. Проверять удостоверение у таких, как ты. Это я знаю. Автобус же, он такой, его что ждешь, что не ждешь, он же придет или нет? Ну да. Sein oder nicht sein. Ну да. Что? А, нет, ничего. Послушай, уже темнеет. Может быть, пойдем в Авдеевку пешком? Пешком? Да. Меня Катерина зовут. О,
Да я вообще за Украину. Ну ты даешь, мужик. Это вместо того, чтобы назвать свое имя, да? Ну, а кто тебя знает? Вдруг ты это, сепаратистка. Вот, что тебе в Авдеевке надо? Я же уже сказала, я журналист из Германии. Ага, из Германии. А говор-то российский. Ну, извини, родом из Караганды. Ага, ну и как там? Где? В Караганде? В Германии. Ну как? Побогаче будет, конечно. Ну, знаешь, что у вас там вот так, а у нас вот так. Ну да. Чайку? Не откажусь. А где это? Город Сепарский. Еще когда события эти были, ну, Кокосахиловских на антибайдан возили. А болельщики, ну, молодежь. Спасибо. Вот, они все за Украину. Ты сама-то про Гитлера что думаешь? Про Гитлера? Ну, с одной стороны, он, конечно, дурной, да, этот Гитлер. А с другой стороны, ну как иначе? Вот когда этот референдум-то проходил, ну, отправились поддержать молодую республику. Так директриса школы, где голосовали-то, да, она вышла и урна с украинским гербом, и этим самым гербом к стенке и отвернула. О, как. А-а-а. А ты голосовал? Не, я не ходил. Рассказывали. Ну и что, много сепаратистов в городе? Ну как, раньше процентов 75 было. А теперь? Ну, сейчас посмотрели, посчитали, треть они за Украину, треть за ДНР. А третьим вообще все равно. Но если ты за Украину, лучше помалкивать, потому как все, что угодно, может произойти, да. А ругать Украину можно? Ну, правительством киевским они довольны, они же воруют хуже прежнего. Народу что делать? Я-то ладно. У меня деньги и были, есть, будут. Я шахтер. А людям вот что делать? Ой, вот так мы на гаражах собираемся и там все и обсуждаем. Понятно. Согревшись, мы пошли дальше. Вскоре из темноты показалась колючая проволока, а за ней и дверь девятиэтажки. Я б тебя позвал домой. Да боюсь, жена ругать станет, скажет, о, девку привел. Смотри, это мой номер. Различаешь? Да. Вот когда бежать будет некуда, ты звони. Спасибо. Больше мы с ним не виделись. На следующий день я встретилась с девочкой Алиной, с одной из школьниц, принимавших участие в летнем проекте. Мне показалось, она очень повзрослела за эти 4 месяца, пока мы с ней не виделись. Алиночка, привет. Привет. Ты чё такая хмурая? Да. Ну, здесь такое жить, знаешь. Девочки особенно. В смысле? Солдаты могут на блокпосте до трусов раздеть. С ними часто конфликты. Понимаю. Кать, ты знаешь наш дом на краю города? Да, я помню. Половину его снесло при обстреле. Наша квартира уцелела. Неделю назад к нам пришли какие-то люди. Я слышала, ну, в коридоре с родаками они говорили о фотке, сделанной типа из окна нашего дома, что ее слили в сеть. Я не высовывалась, я сидела в своей комнате тихо. А потом, ну, в общем, дверь распахнулась, и какой-то дядька в форме, он ворвался, стал меня хватать, потащил наружу,
Второй орал: сюда все компьютеры и камеры, и что они уведут меня куда-то с собой. Подожди, я ничего не понимаю. Это кто был? Кто? Солдаты ВСУ или кто это был? Да. Ага. Да. Так. И они крушили мебель, выкидывали вещи. Маме ногу прострелили. Господи, дичь какая. А потом? Ну, они забрали компьютеры, камеры. Брата увели. А потом этот дядька в форме. Он вернулся и сказал папе, что если они найдут фотку, то он изнасилует меня и маму у него на глазах. Нашли? Алина? Алиночка? Что? Кать? Да? А вот эти киборги? Они все взрослые. У них есть дети? Деточка. Алина, подожди. Алина! Алина, подожди! На следующий день мы с детьми пошли рисовать киборгов. Ну, я обещала им летом. Алины, конечно, среди них не было. Мои помощники принесли ведро белой краски, кисти, валики, пигменты. И я начала разметку. Любопытные жители комментировали. А кто разрешил рисовать на стене дома? Это что? Скажи, художница, ты сама понимаешь, что рисуешь? Ну, ты уж постарайся, дочка. Мне на этот рисунок каждый день смотреть. Вон мое окошечко. На втором этаже белая кружевная занавесочка, а за ней икона Богородицы «Умиление». Софринской работы. Позолота по картону. Чтобы увидеть картину целиком, я села на бордюр с противоположной стороны. Ко мне подошел мужчина в стеганых штанах и берцах. Вы художник? Я. И что же это вы нарисовали? Да это не я нарисовала, это дети нарисовали, я киборгов, да, я лишь перенесла на стену. А. Лучше бы вы нарисовали нам Иисуса Христа. Знаете, как он страдал за нас? Все наши грехи на себя взял, всю злобу. Жизнью своей пожертвовал ради искупления всех грехов для всех людей на все времена. Вот бы кого надо нарисовать. Вот кого. Совершенство несовершенно. Я зову тебя на свой корабль. Он держит путь в те края, где живет наша мечта. Пилоты ныряют в свои самолеты, и наступает баланс. Мы киты на мели, чайки на взлет. Клювы о нас.
открываю окна в квартире, смотри, как хороши невыносимо щемящие дали и все, что не ведаем мы. Я вижу все это, пишу и стираю тексты о силе любви. Совершенство несовершенно, как ты и я. Я зову тебя на свой корабль. Он держит путь в те края, где живет наша мечта. Одновременно, не своевременно я. Во мне и солнце, пытаюсь бежать по волнам бурной реки, спотыкаюсь на тертою пяткой левой ноги, пытаюсь красиво идти. Совершенство несовершенно. В ресторанную висит табличка «Не проносить оружие». Это запрет никто не соблюдает, но ты не бойся. Заведение солидное. Кстати, можешь помыть руки, если хочешь. Я удивилась этому предложению. Но вскоре до меня дошло, что этот туалет, возможно, единственный в Донецке, где еще работает водопровод. В марте месяце украинцы перекрыли воду, чтобы спровоцировать в городе гуманитарную катастрофу. Кэп, вот ты из Донецка, да? Ну да, я отсюда. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к украинцам? Мы не признали путчистов в качестве правительства. Вместо этого была организована Народная Республика. Суверенитет исходит от вооруженного народа. Вот так. Суверенитет. Ну... Ваш суверенитет не был признан мировым сообществом. И даже Россия не признавала его до 22 года. Короче, после Майдана сюда приехали вооруженные банды правого сектора и напали на наш народный сход. Угу. Двое из нападавших погибли. А что они хотели? Это же Донбасс. Угу. Потом они стали обстреливать наши города. Ну, ты помнишь, обещал Порошенко? У нас будет работа, а у них нет. У нас будет пенсия, а у них нет. У нас будут наши дети ходить в школу, а их дети будут сидеть в подвалах. Да-да, я припоминаю. А что было дальше-то? Дальше? А дальше была смена самозваных правительств. Некоторые из них мародерствовали, а не управляли. Затем было образовано народное ополчение. Затем была дюжина столов, тому не надо было ничего никому говорить. А затем была сотня, вот тот становился политической силой. Напоминает Сомалиленд. Да нет. Не совсем. Да нет, не, в плане политики, да, здесь был полный винегрет. Коммунисты, монархисты, либералы, эти, баптисты еще были. Вот. Вообще народ на Донбассе верит во что-то особое. Да, во что? Да я за всех не скажу, но вот за себя только могу. В свое время я служил в разведке в Киеве. Приглядывал за иностранными наемниками. Ну, довольно успешно. Пока за меня не взялась СБУ. Они начали меня шантажировать, что похитят мою невесту, ежели я начну сопротивление. Ну, короче, потом меня взяли. Так вот потом, через год, ну, в тюрьме уже, мне в руки как-то попался православный календарь. Не, я сам особо никогда набожным не был. Я даже не знал, как некоторых православных святых зовут. А вот тот день был день Спиридона Тримифунского. Ну, этого святителя Спиридона Тримифунского. А ночью он ко мне сам пришел. В каком смысле? Ну, в смысле, во сне. Ну, это аллегория. А, ну, ты меня понимаешь. Да, я понимаю. Вот. Наутро я встал и решил, что если я выберусь отсюда, я сделаю своей невесте сына и назову его Спиридон. Ну, как будто обед дал, что ли. Ну, ты меня понимаешь. Вот. А через час за мной пришли, сказали, что я в обменном фонде.
и поменяли меня на своих. Вот так. Чудеса какие! А невеста-то что? Невеста? Да что невеста? Невеста поверить не могла, что я остался живой. Ровно через год, 25 декабря, у нас родился сын. О, в этом году Спиридону 7, прикинь. Очень хорошенький какой. Кстати, на тебя похож очень. Да? Да. Ну ладно. Да. Послушай, Кэп, а вот расскажи мне, как устроена республика? Да не, я не знаю. То есть я всего не знаю. Но у меня здесь есть один коллега, позывной Дэнди. Мы вместе с ним в Киеве работали в разведке. Дэнди. Так вот он, вот у него память фотографическая, и он все помнит. А главное, все знает. Кстати, если хочешь, можешь с ним поговорить. Вон он сидит, здесь. С удовольствием. За соседним столом сидел солидного вида мужчина. В модном пиджаке, галстуке. Здравствуйте. Здравствуйте. О! Проходите, пожалуйста. Шарман. Зовите меня Дэнди. А мне знакомо ваше имя. Да? Да. Откуда же? А была статья в нашей берлинской газете «Демократическое сопротивление» о вас. Вы пишете о нас, орках? Большон. Бывает, да-да. Большон. Простите, у меня есть несколько вопросов по донецким делам. Не возражаете? Не возражаю, пожалуйста. Вы называете себя Народной Республикой. Но вы же не социалисты. Нет, мы республиканцы. Ну, как в Древнем Риме. Республика est res populi. Все общее принадлежит народу. Ага. Для нас русофобия – это вообще варварство, понимаете? Мы здесь стоим на защите своей культуры. Своей русской культуры. И вот все то общее, что у нас здесь есть, и является основой наших социальных экспериментов. Экспериментов? Да. Что за эксперименты? В каком смысле? Да в любом. Ну, послушайте, где есть начинания, есть и ошибки. Вот, например, в самом начале мы хотели сделать двухпартийную систему управления. Ну, как в Англии. Mm. Но у нас не получилось, потому что одна партия стала финансировать другую, и это стало достоянием гласности. Простите, я просто подумала, что для успешной двухпартийной системы необходим как минимум королевский дом. Может быть, но партии у нас больше нет. Граждане выбирают у нас по депутату от каждого округа. И этот депутат представляет их интересы в парламенте, понимаете? Граждане выбирают того, кого они знают, того, кому они доверяют. И вот это по-настоящему работает. Ага, хорошо. А почему не сработали Минские соглашения? Минские соглашения? Ну, понимаете, Минские соглашения, к сожалению, изначально были обречены на неуспех. Глобальные корпорации не заинтересованы в чьем-либо суверенитете. Да. Ну, и мы не исключение. Да, согласна. Скажите, а в чем главные различия между гражданами народных республик и их соседями? Ну, различий у нас масса, но давайте возьмем что-нибудь существенное, например, такие как армия. Mm. Вот, возьмем армию. Армия у нас добровольческая, мотивированная. Куда еще ничего, успокойтесь, это ложная тревога. Успокойтесь. Вы уверены? Все, да, я уверен, бомбардировки не будет. Успокойтесь. Но если бы я не был уверен, мы бы бежали с вами в бомбоубежище. Стоим, успокоимся, давайте будем продолжать. Неожиданно. Да, неожиданно. У нас так бывает. А на чем мы остановились? Мы остановились на армии, да? Да, армия. Так вот, в 2014 году все жаждали мобилизации. И студенты, и преподаватели, и шахтеры, и даже преступники. Все вышли на защиту своего города. Мы... Простите, мне что-то как-то... Давайте прервемся. Я смотрю, да. Вы перепугались. Да, я испугалась. Я смотрю, на вас лица нету. Послушайте, давайте сделаем паузу и немножечко перекусим. Ну так, как сказать, да. Давайте. Прийти в себя. Давайте. Сонечка! Так, Дэнди зовет официантку, она подает водку и закуску. Да, телячьи мозги под грибным соусом на сухарях. Ну-с, за отечество. За мир во всем мире. Ой. Что, сразу вторую, да? Конечно, за гостей.
И за гостеприимство. Третий, не чокаясь. За тех, кого с нами нет. Спасибо. Спасибо, Сонечка. О, хорошо. Полегчало. О, да. Все в порядке? Да. Продолжим? Да, давайте будем продолжать. Да. А вот, знаете, одно время я работал аналитиком в одной компании, System Capital Management. О! Да, и задолго до этого всего вот в ней предсказывали Майдан. Да-да, Майдан с последующим сценарием англо-американского разведсообщества, направленным на развал России. Как России, так и Европы. И Европы, я вам скажу, в первую очередь. Как просто у вас все выходит. Ну... Во всяком случае, на первый взгляд. Ну, любая схема — это упрощение, понимаете? Главное — смотреть, чтобы эта схема была рабочей, чтобы на ее основе можно было выстраивать успешную стратегию. Например? Вот смотрите, в Германии власть захватили экстремисты, которые стремятся к деиндустриализации страны и, опять-таки, войне с Россией. Ну, ваши спортсмены выходят на соревнованиях, знаете ли, не под государственным флагом, а под радужным. Ой, бросьте. Сине-желтый стал уже давно новой радужкой. Ну, а, кстати, здесь радужных флагов-то и не видать. Существует гонение на гомосексуалистов в республике? Нам бы ваши проблемы. Впрочем, нет, не нужны нам ваши проблемы. Этот вопрос не стоит в приоритете по отношению к нашим гражданам. Большинству населения, которые хотят жить спокойно и растить своих детей. А как здесь растить детей? Как везде. Да, наши дети также попадают под влияние глобализма, но мы стараемся их оберечь, защитить. С помощью цензуры. Знаете, единственная разница только в том, что нашим детям запрещают вправе на жизнь. Украинцы, возможно, сказали бы так же. Но, послушайте, мы, в отличие от них, не запрещаем их язык. Мы, в отличие от них, не запрещаем их культуру. В нашем городе... Вы знаете, как они называют наш город? Мордор. Так вот, у нас в Мордоре есть украинский музыкальный бар. Я могу вас туда сводить. Приглашаю, можем прогуляться. Благодарю, очень приятно. Но не в этот вечер, не в следующий. Я туда не пошла. В единственную в Мариуполе больницу. Перед подъездом курило несколько ребят. Пока Кэп ходил оформлять груз, я разговорилась с одним из них. Он оказался украинским дезертиром. Я дико извиняюсь. Сигаретки не будет. А, да, есть. Секунду. Да, пожалуйста. Благодарю. Эти хотя бы на табак похожи, а то у нас только Камал да Мальборо, а на вкус одна сажа. Да, эти хорошие. Подожди.
Как тебя зовут? Меня Миша звать. Меня Катерина. Я журналист. Миш, я могу задать тебе пару вопросов? Ну, валяйте. Так, хорошо. Миша. Это что такое? Это диктофон, не обращай внимания. Присаживайся. Да я сяду. Миша, а ты чего воевать-то пошел? Да я только отучился на сварщика, вышел на работу, через неделю призвали. А может, еще сигаретку? Оставь себе. Благодарю. О политике-то я без понятия. Когда все это началось, мне всего 8 лет. Было, что я должен был понимать? У меня нет матери и 3 сестры. Я-то хотел проходить военную службу дома в Харькове, но меня отправили в Марик. Я был счастлив. Я никогда не видел моря. Море должно быть где-то рядом. Я чувствую его запах. Щеки и шея Миши еще покрывают пух. Совсем мальчишка. Миша, а расскажи с самого начала, как вот ты здесь очутился? Ну как? 24 февраля в 3:30 утра объявили тревогу. Сказали, что нужно посидеть, подождать. Но потом пришел командир и приказал получить оружие и боевые припасы. Но мы тогда и выдвинулись в село Бердянск. У нас была маленькая опергруппа. Спереди ехала машина с мигалками, это были разведчики. Так вот они поехали дальше по Бердянскому шоссе, а мы остались стоять в селе. Когда разведчики вернулись, мы стали было возвращаться в часть. Но пришла команда, что в часть не надо, надо размещаться в местной школе. Там нас и продержали до середины марта. Угу. А в школе были мирные жители? Да не. Не было никого. Когда русские атаковали позицию, мы спустились в подвал. Командир кричал, что нам всем конец, что, собственно, ручно пристрелит любого, кто попытается сбежать. Но в ту ночь атака была отбита. Когда рассвело, командир послал солдат за гражданской одеждой. Я-то попросил местных женщин нам помочь, хотя это и было запрещено. На самом деле нам даже запрещено брать у них шоколадку. Почему? Да потому что, видите ли, местные могут нас отравить. О. Тогда большинство из наших пожигало свои военные билеты. Но я не сжигал. Как бы я еще доказал, что я призывник, а? Логично. Когда вышли из школы, командир посоветовал никому не попадаться. Украинцы расстреляют, русские запытают, говорил он. У нас был призывник, сумасшедший, Середой звали. Так вот он сбежал накануне еще. Азовцы расстреляли его машину у аэропорта. Нам офицеры фотографии показывали. Страшно. Но через несколько часов офицеры сами все понадевали гражданские. И поминай, как звали. До нас им, конечно, дела не было. Но мы и пошли-то вдоль по Бердянскому шоссе. А через час нас догнала машина, за рулем мужик в униформе, оказался русский. Я думаю, что это женщины, у которых мы спрашивали направление, показали дорогу к нам, пошли. Но он нас задержал и отвез в комендатуру. Он сказал, что либо мы сразу во всем признаемся, либо байки свои будем рассказывать в лагере. Ну вот у меня с собой, к счастью, был с собой военный билет, а? Ну, он сказал, что все будет хорошо и тоже нам это, сигарет дал. Правда, он пришел на следующее утро и сказал, что есть 2 выхода. Либо в лагерь на Еленовку, либо в больничку, которой помощь нужна. Там о нас позаботится, а после войны мы сможем вернуться домой. Ну, мы, конечно, согласились, выбор-то небольшой. Угу. В больничку, да, значит. А скажи мне, а как к вам здесь относятся в больнице? Да, наман. В личной кухне хорошо готовят. Я когда болел, мне капельницу ставили, даже лекарства давали. Угу. А работа тяжелая здесь? Да не, ну нам правда приходится таскать пациентов по лестнице, лифта не работает. Когда человек весит 150 килограмм, это, конечно, тяжело. Но вы не подумайте, я-то был всегда в хорошей физической форме. Я-то пока служил, железо качал. Правда, потом они перевели меня, изменили категорию и забрали оружие. Почему? У меня мать покончила с собой, они об этом узнали. Я не хотела кончать с собой, будьте уверены. Кто-то нашел ее на улице и отвез в больничку. Мешать снотворное с водкой была не лучшая идея. Ну что ж не сделаешь со спуга? Ей было не по себе. У меня батя с сестрами уже уехали в город. Она, видите ли, не могла оставить скотину. Она пряталась в подвале, пока наверху гремели бои.
Я уже тогда регулярно пила снотворное. Что-то же должно помогать против нервов. Когда пришли танки, телефонная связь с сыном сразу оборвалась. Я схватила кошку и побежала. Когда пробегала мимо гаража, раздался взрыв. Потом второй, на том месте, где я обычно курила. Ворота снесло полностью. С начала марта мы 2 недели сидели в погребе. Когда закончились бои за Ляпина, пришли русские. Сказали, что можно выходить. Но я не верила. В погребе было мало запасов. Мы с кошкой ели только варенье, оно там всегда хранилось. С тех пор у меня постоянно случались панические атаки. Я уже регулярно пила снотворное. Но совершать самоубийство я не хотела. Я это так, со спуга. А ты поддерживаешь отношения с остальными домашними? Да, конечно, поддерживаю. И что они говорят? Слушайте, моя младшая сеструха говорит, главное возвращайся живым и здоровым. Кроме меня в деревне мобилизовали 3 мужиков, 2 привезли в цинковом ящике, а 1 пропал без вести. У меня батя 50 лет, но его не могут призвать по закону, потому что у меня еще 2 несовершеннолетние сестры. В комендатуре спросили, хочу ли я быть обменином. Нет, не хочу. Миш, вот ответь мне, но только честно. Тебя здесь... Ты здесь вот находишься. Добровольно? Да меня никто не держит. Да и куда я пойду? У меня уже тут девушка появилась, в больничке работает. Один доктор дает ключи от своей квартиры, мы там иногда ночуем. Понятно. Любовь. Ладно, Миш, давай последний вопрос тебе задам. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот в чем разница между русскими и украинцами? Да не понимаю я этой разницы. Я не думал, что до такого дойдет. Нам здесь сказали, что после войны мы сможем получить российские паспорта. Я сразу уеду в Россию, как только получу. Что-то с Украиной эта жизнь моя не заладилась. Хватит! Навоевался! Ja, ich kann dich hören. Ich kann dich hören. Ah, siehst du mich? Ja. Hallo. Ja. Nee, ich bin soweit. Von mir aus können wir anfangen. Nein, ich stelle mich unten. Soll ich? Okay. So ist gut? Ja? Okay, dann... Ja, okay, mach ich. 3, 2, 1. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir befinden uns vor dem Gebäude der zivil-militärischen Verwaltung von Lysychansk. Мы находимся у здания администрации Лисичанска, где у нас запланирована встреча со временным главой Лисичанска, полковником Андреем Скором. Здесь много людей. Инна, преподаватель русского языка средней школы. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с чего все начиналось? Камера-то. Начиналось? С запрета русского языка все и начиналось. Была к нам направлена учительница украинского с Волыни. И вот она сразу велела называть ее не Вера Петровна, а пани Вира. Никаких панов на Донбассе отродясь не было. Когда мальчишки подрались на перемене, эта пани обозвала их сметя, мусор по-нашему, и сказала, что вот из-за таких, как вы, русскоязычных,
и идет война. Представляете? А как реагировали дети? Ой. Был у нас один ученик, хулиганом он не был, заметьте. И вот, ну, носил длинные волосы, да? И когда украинские власти на месте снесенного советского монумента установили свой трезубец и флаг, знаете, что сделал этот мальчик? Он сорвал флаг. Угу. И сжег его. И наказывать его не решились, потому что город в большинстве своем прорусский. Начались бы беспорядки. Пока шли бои за Лисичанск, Инна пряталась в подвале. Да, я целый месяц провела в подвале. К нам приходил украинский патруль. Они искали наших мужчин. Мы, женщины и старики, прятали их под кучами тряпья, под всем, чем попалось. И украинцы так никого и не нашли. Спасибо, Инна. Спасибо. Когда в 14 году начался конфликт, сегодняшний временный глава Лисичанска, полковник Андрей Скорый, находился в городе. Здравствуйте. Здравствуйте. После сожжения людей в Одессе, после того, как стали запрещать русский язык, я как человек военный, ветеран Афганистана, не мог оставить людей, ну, то есть людей, которые не умеют ни стрелять, ни защищаться. Я должен был тогда, в 14 году, поставить задачу, ну, то есть научить, как давать отпор украинским террористам. Когда украинские части вошли в город, полковник Скорый со своим отрядом был вынужден отойти в город Стаханов. Да. Ситуация в городе стабильно напряженная. Мы пытаемся восстановить электроснабжение, но нам мешает противник. По городу и селам каждый день случаются прилеты. Вот вчера, например, были обстреляны водоканал и газовая подстанция. Какова криминальная ситуация в городе? Криминальная ситуация тоже стабильно напряженная. В городе работают полиция, прокуратура, военная комендатура. Да. Случаются правонарушения, но мы сурово и справедливо наказываем преступников. Я обращаю внимание на то, что это не типичная картина, а это всего лишь отдельные случаи. А сейчас прошу, загляните в казарму. Спасибо. Ja, du kommst jetzt mit einfach. Ja, wir gehen jetzt rein und dann machen wir, ja, ja, dann machen wir einfach weiter, okay? Zwei, drei. Mhm. Oh. В казарме бывалые бойцы обучают новичков минному делу. Ну вот смотри, случается, что детонатор целой группы мин срабатывает от размыкания контакта под предметом, намеренно оставленным на заброшенной позиции. Угу. Там поднимет боец ботинок, как результат все здание взлетает на воздух. Понятно. Ну, вот. Простите, пожалуйста, а где вы здесь стираете? А мы здесь не стираем. Да, негде. Поэтому мы носим одежду, носим, ну, до тех пор, пока это возможно, а потом бросаем ее в печь. И она там шипит, как граната. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, как вы очутились на войне? Ну, я из Санкт-Петербурга. Угу. Когда началась специальная военная операция, пошел на призывной пункт. Там мне, правда, сказали, что вооруженные силы в офицерских кадрах не нуждаются, зато чеченцы сразу зачислили в полк Ахмат. Ну, а сейчас вот воюю в народной милиции ДНР. Да... Скажи, вот лучше ты, журналист, почему ты здесь? А я что, я всегда хотел служить в армии, да. Всегда хотел служить. Но знаете, я только здесь понял одну вещь. Что служить в армии и воевать — это абсолютно разные вещи. Да, извините. Катерина Штайн, специаль фю демократиша видерстанд. Да? Я. Hast du alles? Ага. Nee, ich bleib noch hier. Ja. Wir sehen uns in Berlin. Ja? Ciao, ciao. Danke dir. Простите, пожалуйста. А можно я вам
еще пару вопросов задам? Да, пожалуйста. Скажите, а почему вы пошли на призывной пункт? Ну, воевать за свою родину, защищать свой народ. К тому же до пенсии у меня оставалось еще 2 месяца, так что... Знаете, тут время бежит по-другому. Там дома, чтобы узнать человека, могут потребоваться годы, а здесь он раскрывается прям за считанные недели. Здесь вообще все происходит очень быстро и как-то очень просто. Ты встал из окопа, труп. Наступил не туда, труп, один залп и все. Я летом попал в окружение, лежу на земле, голову не могу поднять, пули свистят. Все, прощался с жизнью, вдруг слышу голос: «Беги!» Просто голос, шепнувший: «Беги!» Я встал и побежал. А когда добрался до безопасного места, нашел в своем бронежилете одну пулю. Только одну пулю. Хотя по мне одновременно работали снайпер, гранатомет, пулемет. Я уж не знаю, что они там одновременно перезаряжались, меняли позицию. И я всегда говорю своим бойцам: Бог есть. Он говорит с нами. Мы вот собираемся на вылазку, дует попутный ветер, и там переходим дорогу, видим белку, оленя. Это ж все добрые знаки. Мы вернемся живыми. А у вас есть семья? Есть. Жена звонит, все спрашивает, когда ты вернешься, ты всем уже все доказал, а я... Знаете, все, что здесь происходит, показывает, что я поступаю правильно. Я иду предначертанным путем. Понимаете, о чем я? Вчера пресс-центр Министерства обороны сообщил об освобождении села Опытное. Мое желание посетить это место неожиданно поддержал КЭП. Похоже, у него есть в этом поселке свои интересы. Мы отправились в путь затемно. Иногда по ночам здесь можно увидеть странное световое гало. Это заброшенная шахта Юнком. Это из-за выходящей на поверхность радиации? Да не, радиация здесь в норме. Я думаю, что это Ваня Лампоносец. Кто? Ваня Лампоносец. Раньше в старину в шахты лампы дети носили. Мальчик ходил по штольне и менял погасшие лампы на новые. И вот однажды произошел выброс породы, и под ним оказалось погребенным 20 человек. Ну и все лампы погасли. Он побежал к этому, к управляющему, говорит, дескать, я могу отнести лампы шахтерам. Ну там мой брат. Но управляющему дела не было, что мальчик идет на гибель. Говорят, что Ваня Лампоносец до сих пор ползает по шахтам в поисках брата. Не, ну в любом случае, это не радиоактивное свечение. При повороте на Горловку я замечаю, что мы едем не в том направлении. Оказывается, КЭП имел в виду одноименный поселок южнее Бахмута. Здесь принято давать одно и то же название разным населенным пунктам. Мы остановились на перекрестке около Зайцева, где раньше проходила граница республики. В этом Зайцево стоит скульптура «Рос Донбасса», выкованная мастером из осколков украинских снарядов. Виктор Михалев, так зовут кузнеца, он также создал мемориал на Аллее Ангелов в Донецке. Кованую арку из отстрелянных гильз, железных голубей и камня с именами детей, погибших в ходе войны на Донбассе.
Это очень тяжелое место. Когда мы были там, Кэп сказал... Мы никогда не будем жить вместе в одном государстве с убийцами наших детей. Да мы просто не сможем вместе жить. Война идет своим ходом. Тут и там движутся массы людей. Движемся и мы. Снова сожженные хаты и поваленные частоколы. Мы спрашиваем у какого-то деда дорогу на Опытное. Он машет куда-то в пустоту, указывая скорее наверх. Так недалеко отсюда есть козье пастбище. Я получил на нем пару пуль. Они у меня вот здесь. В 18-м году. 4 года назад, в 18-м году. А что сейчас? Вы участвовали в референдуме? Не знаю, а вдруг вы с другой стороны? Да, участвовал. А какая тут жизнь? Какая жизнь? Когда однажды мы вернулись домой, снаряд попал в столб электропередачи. Столб разбитый, но держится. Иногда бывает электричество, водопровод не работает. Но у нас есть старый колодец. Мы едем дальше по краю поля, как показал нам старик. Из землянок на обочине выскакивают люди в униформе и кричат, что поле находится под постоянным обстрелом. Да мы сами это уже поняли. Все, возвращаемся в Зайцево. Во дворе одной из хат солдат ремонтирует свою Тойоту. Езжайте направо от дозорного моста. Там дорога через заболоченный луг. А ты сам-то там проезжаешь на своей Лайбе. Да легко, вы тоже проедете. Встречный танк уступает нам дорогу. Это здесь начинается Опытное? В Опытном хохлы. Здесь проходят фронт. Наши освободили Опытное, разве нет? Так то другое Опытное. Один из патрульных ушел что-то уточнять по рации, другой безучастно глядел вдаль. Там, на горизонте, со щетины поля взлетело два ворона. Это хороший знак. Один говорит нам, что нас ждет Вальгалла. Некоторые животные оплакивают своих умерших. Некоторые животные ведут войны. И только человек хоронит своих убитых. Это делает нас людьми. За прошедшие 8 лет стало очевидным, что феникс на моей руке означает не пламя погрома, которое всегда тлело на украинской земле. Феникс – это не сам огонь, а тот, кто, сгорая, восстает из пепла. Такой же, как сожженные в Одессе. Такой же, как и я. Москаль. А у вас какая мечта, деточка? Книгу написать. Книгу? А счастье-то оно не в этом. А в чем? В чем счастье? Посмотрите, какие облака прекрасные. Сегодня в зале замечательный бармен. Хорош как бог, и даже деньги есть размен. Спрошу у бога, в чем секрет, скажи, мешань. А он ответит, я всегда мешаю поровну. Нам с тобою дали поровну. Радости, печали, страх и любовь. Почему вы вместе? Видно, интересней поровну. Радости, печали поровну.
укачала. Опять в эфире замечательный Донецк. В самом названии совпали да и нет. Его одеть пытались в разные пальто, но этот город знает как никто. Поровну нам с тобою дали поровну радости, печали, страх и любовь. Почему вы вместе? Видно, интересней поровну радости, печали, поровну, чтоб не укачало. Все поровну, и потому, чем дальше в лес, скупее слезы, сдержанней смех. Но ты не думай, я по-прежнему живой. Внутри я плачу и смеюсь с тобою. Поровну нам с тобою дали поровну радости, печали. Зная даже наизнанку этот мир, не знаешь, чем заплатишь за бесплатный сыр. И если вдруг судьба дает тебе аванс, подумай, чем вернешь уже сейчас.